The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today? That's all for today, lads. Get some rest tonight. Okay, so let's say Real Madrid do come in with a suitable offer before the August 31st transfer deadline. Alex, are you sure this is what you want? If you stay here, we can continue your development, and then in a few years... But he's one of the hottest properties in the Premier League right now. If this is about your current contract, Michael and I have been discussing it. It's not all about the money. I suggest we see how this plays out. But if you're serious about moving on, Alex, you'll need to submit a transfer request. Why? Because you're the one who wants to leave. Another lie, I presume? Well? Nothing's been agreed yet. No? No. But you have already put in a transfer request. Start us for the tunnel, subs to the bench. Come on. It's all over the internet. The fans, they'll know. Congratulations, mon ami. Go on, lad. Приветствуем вас на этом матче Премьер-лиги. Игра обещает быть интересной, но давайте сразу о главном. Алекс Хантер, Константин, собрался. Как ты думаешь, куда? В мадридский Реал. Ну, хорошо, что не в Хетафе. Хотя, вообще, это действительно главный слух последних дней. Говорят, что Хантер даже попросил отпустить его в Мадрид. И, конечно, когда к тебе проявляет интерес такой клуб, как Реал, отказать очень и очень сложно. Если он все-таки окажется в Реале,
Там он явно сядет на лавку и перестанет развиваться. Но пока это всего лишь слухи. Но подожди, болельщики уже успели отреагировать, и в адрес Хантера уже слышим мы не очень приятные реплики. Тут и там таблички на трибунах тоже видно. Да, вообще лучшее, что сейчас может сделать Хантер, это сосредоточиться исключительно на игре. Хорошее выступление в этом матче будет лучшим ответом критикам. Посмотрим на состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Состав Манчестер Юнайтед. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Приход Жозе Мауриньо в Юнайтед был воспринят по-разному. Но уже в первом сезоне португалец смог выиграть Европейский кубок. В финале в Стокгольме Манчестер Юнайтед смог одолеть Аякс, тем самым гарантировав себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. А это уже куда интереснее для такого именитого клуба и именитого тренера. Манчестер Юнайтед начинает первый тайм. Будем надеяться, что нас ждет интересный матч с забитыми голами. Пока неплохо. Защита надежно играет, мяч отобран. Поль Погба. Ай да па! Какой шанс у Алекса Хантера! Может получиться интересная атака. Мхитарян. Антонио Валенсия. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Надежно играет защитник, атака прервана. Погба. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Итак, у нас аут. Ну что, мастерски отработал арбитр. Не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку. И вот теперь игрок на камне. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Генрих Мхитарян. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А вот это может быть опасно. Вот как надо играть в защите. Поль Погба. Ай да пас выполняет Поль Погба. Какой шанс у Алекса Хантера. Мхитарян. Манчестер идет вперед. Марсиаль. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Игра возобновляется после гола Манчестер. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Манчестер Юнайтед атакует.
Погба навешивает. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Аут. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отлично сыграно, надо решать. Игра остановлена, будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Удар! Мяч прилетает точно в голкипера. Прошел пас, можно обострять. Следует скидка. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Спасает он свою команду. Мяч будет введен из аут. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Это может быть опасная атака. Момент у поля Погба. Внимание, Матич. Невероятное спасение. Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Прекрасный удар, но и вратарь хороший. Навешивает Мхитарян. Хороший вынос мяча из штрафной. Мастерски. Гол. И угадайте, кто забил. Конечно, это он, Алекс Хантер. Этот парень снова попадет в газеты. Только в этот раз о нем будут говорить, конечно, более лестные вещи. Все шло к этому. И это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал в воздухе. Ну, конечно, они лучшие. Они сами прекрасно это знают. И не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры. 2-0. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Арбитр назначает штрафной. Ударище просто. Свисток арбитра угловой. Самое скопление игроков угловой подан. Есть варианты развития атаки. Атака остановлена, но кто получит мяч? Матео Дармиан. Ай да пас выполняет Поль Погба. Манчестер идет вперед. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. У него же уже есть желтая карточка. Вторую желтую получает игрок и покидает поле. Очень грубо, очень грязно он сыграл. Совсем не по-футбольному.
подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ух, какой все-таки опасный подкат, и наказание совершенно справедливо. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Потеря. Идет в атаку Хантер. А Погба забивать должен. А что? Антони Марсиаль. Мяч в воротах, и это гол. Вот так мяч оказывается в воротах в результате не очень сильного, но главное точного удара. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Отличный рывок Алекса Хантера. В этой атаке оборону пройти не удалось. Майкл Керри. Казалось уже, что вот он момент. Но отличный перехват отвел угрозу от ворот обороняющейся команды. Матео Дармиан. Мячом Алекс Хантер. Какой шанс? Да, этот парень снова попадает на первой полосы газет. Что тут скажешь? Да уж, лучший способ заставить критиков замолчать – это забивать. Хантер сегодня просто неудержим. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Уверенная победа хозяев получается сегодня. Я бы назвал ее еще и предсказуемой. Все-таки разница в классе сегодняшних команд налицо. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Мяч летит точно в стенку. Пошли последние 15 минут. Отлично сыграно. Надо решать. Проникающая передача. Какой шанс у Алекса Хантера? Судя по молчанию трибун, болельщики хозяев в победу своей команды уже особенно не верят. Кстати, Георгий, хороший был бы заголовок для одной из газет «Молчание трибун». Молодец, ты здорово подобрал эти слова. Мато Гарсия. Это может быть опасно. Как он работает с мячом? Всех обыграл! Такими действиями игру не обострить. Классный пас. Тут может что-то получиться. Мимо ворот мяч проходит, хотя казалось, что промахнуться тут просто невозможно. Да, конечно, не рассчитал силу удара. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Может получиться интересная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Попытка обострить игру. Это шанс! Забивай! Не потерян момент еще. Вот вам и гол. Но это гол скорее престижа. Кто знает, может быть, и еще один удастся забить. Но времени осталось не так много.
И все-таки влетает мяч в ворота. И это повод, наверное, сказать, что вратарь не виноват. Ну, он же не робот, конечно, но мы-то всегда ждем именно безупречной игры. Так что виноват в какой-то степени и голкипер тоже. 4-1. Очень большое преимущество. Наконец получилось забить у них. Но... Звучит финальный свисток. Странный день в АПЛ. Все внимание приковано к Алексу Хантеру. Уедет ли он в Испанию? Не исключено, что это его последний матч за команду. И даже если так, провел он его просто здорово. Да, он забил гол и помог команде одержать победу. А по поводу трансфера все станет в ближайшее время ясно. Не секрет, что многим болельщикам не нравятся некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят словосочетание «возить соперника». Они его находят достаточно грубым. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы с тобой знаем, что это футбольный сленг. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще острее. Morning, love. Sleep much? Thanks. I really appreciate you coming over last night. I really needed the company. Of course. We're always here for you, lad. Aye, aye. Have you seen it yet? Seen what? Reports came in earlier today with images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. This adds fuel to the That fire. Is not what happened. Oh, don't worry, this kind of stuff's normal. It's all part of the transfer merry-go-round. Normal? Seems to me like things are getting out of control here. Still no official offer. All the big clubs take the transfers down to the wire. I'm meeting the guy tonight. Should be done and dusted by the AM. Just keep the faith, yeah? Yeah, well, I hope you've got Alex's best interests at heart. Come on, Grandad. We're not here again, are we? Yeah. When has Michael ever let us down?